Приветствую. Здравствуйте. Тут кого-то встречают. Imagínate como un golpe. Y ahora te voy a decir lo que pasaba el segundo día. Да не, блин, но все равно топ, как по мне. Ну топ что? Если играем на стадионах, не знаешь, что с нами общаться нельзя. Не, ну не, правильно. Хорошо, Матвей, как дела? Прекрасно. Заряжен? Выиграть? Ну так. Ну ты в челлендже уже опытный, поэтому здесь как бы... Опытный? Да. Пару раз снимался, это опытный? Конечно. Некоторые вообще есть по нулям. Когда... Господи, 103-й там или я забыл. Датчане. Там чуть переживал, потому что... Ответственность уже определенная. Атмосфера другая, да? Там атмосфера была другая. Типа не стадион, там ничего. Полный стадион был, да, все орали, там такое чуть-чуть хватает. Все равно топ вообще. Удачи вам. Спасибо большое. Ребята, всем привет! Мы в Санкт-Петербурге, и вы на канале Краб Тим сегодня на легендарном Петровском. Мы будем сражаться с игроками сборной России. Ахметов и Фомин. Он сейчас пожалуйста! Сказал, человек просто своей левой возил Реал Мадрид, если что. Так, на заметку. Ну, то есть, типа, вы разговариваете, познакомите ребят. Я просто вам, ну, как будто, не в камеру. Короче, ребят, давайте быстро пробежимся по правилам. У каждого будет 10 ударов, и кто больше забьет, тот выходит в финал. Финал у нас будет 1-1. У нас уже зря поставили камеру. Давай, давай. Мадинка, давай, голос. Да. Вот это было сильно. Не, ребят, вот это жесть, конечно. Хорош. Вот там где-то. Хорош. Ебал сильно. Вторая штанга. Камеру, камеру. Не, надо забить. Мертвый просто. Я-то сам, конечно, не тащу. Блин, вообще, конечно. Бум туда. Не, красавец. Да, конечно. Ладно, все, ребят. Давай, 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 еще лучше. Всем привет. Добрый день. Да я мне нормально занимаю. А? Так ни за никого не встречали. Ну больше никто еще не приехал, но я не знаю. Да нет, половина здесь. Что, мне здесь брать ключи? Так это вы мне подскажете, куда? Я сейчас иду. Куда идти? Всем привет. Там все легко. Да все хорошо. Все быстро, без задержек. Единственное,
Отличие это, что с очень теплой погодой в очень холодную приехал и в дождливую. То есть пальто это такой московский вариант, да? Да. И это я и ребятам говорил еще на прошлом сборе, что это единственная теплая вещь у меня там, поэтому ее я и использую. Похвастайся, какая сейчас погода в Турции? 28. Сегодня было утром. Неплохо. Как у тебя футбольные дела в Турции? Как форма физическая? Ну, сейчас намного лучше. Я сейчас постоянно играю, и у команды дела налаживаются. Вот у нас поменялся тренер и стал тренировать еще вчера футболист, с которым мы вместе играли. Вот пока очень неплохо все складывается. Получается, мы сыграли 4 матча в чемпионате, сыграли в ничью, проиграли, 2 выиграли и на кубок прошли дальше. Там обыграли не очень сильную команду, наверное, скорее можно сказать слабую команду, но победа есть победа. Какие мысли, чувства перед матчами с Кипром и, конечно же, с Хорватией? Ну, наверное, сейчас первое, это нужно думать только о Кипре и нужно со всей серьезностью подойти к этому матчу, выиграть его, а дальше уже настраиваться на тяжелый матч при полных трибунах. Я думаю, что тренерский штаб нам поможет и подскажет, как сделать так, чтобы добиться желаемого результата. Мне кажется, тебя после Турции уже трибунами полными не испугать. Вот как справиться с этим давлением трибун? Да, я думаю, у нас в команде тут уже никого не испугать полными трибунами. Все опытные и в Еврокубках, и в сборной поиграли. И в чемпионате России тоже немало матчей проходит, проходило, да, может быть, сейчас нет, при полных трибунах. Поэтому просто играть, получать удовольствие и выполнять тренерские установки, тренерские задумки. Еще раз приеду. Спасибо. Спасибо вам большое. Всего доброго. Давайте. Пойду по